Так выглядит деформированное покрытие спортивного зала. С момента его укладки прошло 8 лет. Вместе с тем сотни юных спортсменов здесь ежедневно занимаются футболом, волейболом, теннисом, борьбой. По словам директора Нины Филофеевой, нагрузка на инфраструктуру достаточно высокая. Пока учащиеся на каникулах, тренеры готовятся к отпуску, работы идут полным ходом. Пришедшие в негодность участки аккуратно вырезают, основания приводят в порядок и укладывают новое покрытие. Это не будет заметно, потому что даже там, где мы положили по разметке, будет сделана разметка. И то есть это будет ровное покрытие. Там будут запаяны вот эти все объемы, которые вскрыты. То есть это специальная сварка линолеума спортивного. То есть никаких перекосов, ни возвышенности, ни впадин. Это будет абсолютно ровная поверхность и будет сделана разметка. Всего предстоит заменить около 200 квадратных метров специального линолеума в двух спортивных залах. 100 тысяч рублей на эти цели выделил Центр развития гимнастики Краснодарского края, который ежегодно проводит здесь соревнования. 270 тысяч направили из муниципального бюджета. Важно быстрее быстрого, чтобы у нас не получилось, а чтобы это было у нас качественно, безопасно, с соблюдением всех технологических условий и, конечно, в максимально сжатые сроки. Все работы планируется завершить уже к 1 августа. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.